Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор каталога номер 4 компании Oriflame. И в этом обзоре я не просто вам полистаю странички и расскажу, что хорошо, что не очень, а буду показывать те продукты, которыми сама лично пользуюсь, имею опыт от применения и дам вам рекомендации. От вас жду, конечно же, обратной связи. Ну что, смотрим? Каталог будет действовать с 11 марта по 30 марта. 3 недели. За 3 недели мы с вами все успеем, конечно же, приобрести. Итак, смотрим каталог. Обратите внимание, что каждый каталог, который вы даете клиентам, нужно обязательно подписать. Я использую такие вот визиточки. Их сейчас нет в продаже, но можно подобрать что-то другое или распечатать на компьютере, чтобы прикреплять каждому каталогу. Потому что если писать на каталоге, нужно подобрать хороший маркер или линер, который не будет смазываться, потому что обложка глянцевая, и оставить здесь надпись бывает порой очень сложно. А если оставлять надпись здесь в конце каталога, то ее не всегда люди просто замечают. Поэтому я делаю такие визиточки. Так, давайте посмотрим, что чудесного нам приготовил новый каталог. Первая страничка начинается с аромата «Лючия». Это цветочно-фруктовый зеленый аромат. Его можно протестировать прямо на страничке, это очень удобно. И на аромат действует скидка при условии, что если будет заказан еще любой продукт из этого каталога, цена будет уже 749 рублей. Обратите внимание, что когда снижается цена, снижаются баллы. И также обратите внимание, что благодаря таким акциям вы можете увеличивать свой заказ. То есть, если клиентка хочет этот аромат, предложите ей сделать простые действия, выбрать что-то еще из этого каталога. Следующая страничка — мужской аромат S8. Кстати, по поводу этих ароматов, оба они стойкие. У меня был такой аромат давным-давно, очень стойкий, приятно раскрывается, такой цветочный весенний букет. Мужской аромат тоже очень стойкий и один из моих любимых. Мы такой Миша брали один раз, понравился. Тушь Giordani Gold со скидкой 55%, обращайте внимание. И посмотрите, маленький пинцетик, тоже в золотом исполнении, приятный, классный. У меня все пинцетики из компании Oriflame, и я ими довольна. Помада Giordani Gold. Сейчас я вам покажу. Из этой серии у меня есть 3 оттенка. Есть вот такой красный цвет, надеюсь, хорошо вам видно. Это искушающий красный. Код 31380. Я буду вам демонстрировать все, что можно, на своих руках. Надеюсь, видно. Следующий оттенок. Так, мы посмотрим код 31377. Утонченный розовый. Рядышком наношу. У него уже такой светленький оттенок. Мне нравятся эти помады. Вот из всех Giordani, то что они самые мягкие. И хорошо ухаживает за губами. А есть еще вот такой оттенок. 31376. Чарующий кофейный. Вот здесь его нанесу. Вот такие 3 оттенка. И, кстати, у меня есть еще один. Почему-то он мне не попался в руки. Один из моих любимых. Очаровательный пионовый. Красивая упаковка у помады. Здорово оформлено, и как видите, помады не новые, но выглядят они очень круто. Поэтому я люблю Giordani. И смотрите, есть маленькое зеркало двухстороннее за 299 рублей. Тоже хорошее предложение. А здесь у нас просто бомбическое предложение от компании. Праздничное. Это румяна в шариках. Они вот в такой коробке. Я не могу сказать, что эта коробка удобная, потому что каждый раз приходится откручивать, закручивать. Но она надежная, потому что раньше у нас были коробочки, которые так открывались, и крышечки зачастую отламывались. А сейчас коробочка служит долго. У меня этим румянам уже 2-й год, и их хватает очень надолго. Тут разные шарики, золотистые, бежевые, розовенькие. И все при смешении дают такой красивый, классный цвет. Кстати, это новый оттенок, весенняя роза, но он близок к такому натуральному оттенку, здесь немножко другой состав шариков. Просто вам показываю, как это выглядит, чтобы вы имели представление. И лучше всего для таких румян иметь большую пушистую кисть. Например, как кисть закручивающаяся, она идет с колпачком, тоже в золотистых оттенках сделана.
Она удобная, ее также можно стирать. И удобно ее прятать в футлярчик, чтобы она не пылилась. И удобно брать с собой. Например, если набрать на нее пудру, закрыть. И один раз можно использовать в течение дня. Так, румяна убираю. Вот. Единственное, что мне не понравилось, то что облазит вот это золотистое колечко. Ну, в общем-то, я их с собой не ношу, поэтому ну, ничего страшного. Так, двигаемся дальше. Цена просто волшебная, 499 рублей. А надо выполнить какое-то условие? Даже нет. Просто берем румяна, потому что так весну решила компания встретить. Далее, на этой страничке серия с кокосовой водой. Это у нас крем для лица и тела. У меня был такой крем, он просто обворожительно пахнет. Я люблю аромат кокоса, сам кокос и Баунти, моя любимая шоколадка. И есть скраб для лица, я вам его даже продемонстрирую. Вот в таком тюбике. Покупала его для дочки, но сама тоже пробовала. Но мне он не понравился. Для моей кожи он грубоватый. Вот эти частички абсорбирующие, да, ой, отшелушивающие частички, так их буду называть, они для меня крупноватые и немножечко как царапают. У меня кожа не жирная, поэтому я считаю, что он все-таки лучше подойдет для обладательниц жирной кожи, широких пор. И кожа не должна быть чувствительная. То есть, если кожа чувствительная, то скраб должен быть очень мягким. Или лучше использовать масочки. Вот. Так что имейте в виду. Но у него такая привлекательная цена. Всего 99 рублей. Рекомендую вам вот такую губку для очищения кожи. Материал целлюлоза. Стоит всего 69 рублей. Очень долго служит. Ее легко постирать, помыть. Ее просто отжимаешь, и нужно положить такое место, где она хорошо просохнет. То есть не в пакетик точно, а вот так, чтобы она высохла. И она, высыхая, становится жесткая. Ее можно даже сломать. Но буквально стоит ей попасть под струю воды, она тут же разбухает, становится такая же объемная, мягенькая. Ей круто снимать скрабы, маски, просто умываться с гелем для очищения лица. Поэтому я прям вот эти губочки очень люблю. Это серия 30+, для всех типов кожи. Тут у нас крем дневной и ночной, и антивозрастной крем для глаз с люцерной. Неплохая серия, у меня мама такую заказывала серию. В общем-то, приятные кремики, хорошо ухаживают, питают кожу. Чудо, конечно, не ждите, потому что ну, вы должны понимать, что когда крем стоит 200 рублей, то у него не такой богатый состав, как в креме, который стоит на порядок дороже. Но очень даже неплохо. Часто у меня заказывают эту серию. А вот это в золотой баночке, такие мы называем рыбки, капсулки. Это просто бомбочка. Это у нас восстанавливающий капсул для лица с огромнейшей скидкой. Просто потрясающий. 30 капсул. То есть это курс на месяц. Наносим капсулы на ночь после этапа очищения. И на них уже не нужно наносить специально отдельно еще крем. Я наношу просто масло. И мне этого достаточно для того, чтобы кожа напиталась за ночь. Хотя здесь рекомендуют 2-3 раза в неделю. Но я прям делаю целый курс. Следующий продукт — это праймер, выравнивающий уход для лица, тоже с хорошей очень скидкой. Сейчас покажу, как он действует. Это просто гель прозрачный. Сейчас капельку выдавливаю. Как видите, вот капля, она совершенно прозрачная. Мы наносим на кожу, ну, естественно, лицо. Что делает праймер? Он визуально делает поры менее заметными, выравнивает кожу и готовит ее к нанесению тональной основы. И я без праймера практически не делаю макияж, то есть все время использую какой-то из праймеров. Или вот Novage, или мне еще нравится праймер из серии The One. Серия осветляющая для тех, у кого появилась нежелательная пигментация. Рекомендую, конечно, брать серию целиком, потому что только в комплексе вы получите ожидаемый эффект. Лично мной проверена серия, пятна действительно осветляются. Некоторые удалось полностью вывести пятна, то есть лицо чистое. Буквально вот осталось у меня на лице 3 пятнышка, еле заметные. То есть под тоном их практически и не видно даже. И что я рекомендую, когда вы пользуетесь
серии против пигментации, то есть от осветляющей серии, сделайте хорошую защиту от солнечных лучей дополнительно и используйте скраб для того, чтобы помогать обновляться коже. То есть скраб, он помогает очистить кожу от мертвых клеточек и легче поднимаются вверх новые свежие молоденькие клеточки. Далее, гели, мыло, но я про них рассказывать не буду, думаю, не стоит тратить время. Обратите внимание, что здесь еще есть мочалка, она так незаметна, но она есть, она классная. Я очень люблю серию Discovery. Мыло просто обалденное, такой классный плотный кусочек, надолго хватает. На этой страничке у нас серия Spa и набор глубокий для глубокой очистки кожи лица. Он состоит из двух продуктов. И еще у нас массажное мыло. И вышла новинка, это мусс для душа. Шведский спа-салон. Мусс обычно это такая пена густая, которая приятно распределяется по коже. Просто у нас как-то были муссы в компании, я уже брала, пробовала, но ощущение невероятное. И для разнообразия я считаю, что можно менять, не все время купаться гелями и скрабами, а можно взять еще и мусс такой приятный. На этой страничке у нас тоже необычная новинка. Это перчатки для ухода за кожей рук. И что в них прикольное, то что есть специальные вот пальчики для сенсорной функции. То есть цель этих перчаток — увеличить увлажнение кожи. То есть мы сначала наносим крем жирненький на кожу рук, сверху одеваем перчатки. И пока мы ждем, пока впитается крем, мы в это время можем не переживать, что нам ничего нельзя делать. Есть пальчики специальные, мы можем сидеть в телефоне и также продолжать работать. Особенно для тех актуально, кто работает онлайн. Далее, у нас самая популярная серия — мед и молоко. Это мыло, кусочек мыла и крем для рук и тела. Вот как-то так, классно. И, кстати, вот в этом большом флакончике 200 мл это увлажняющий лосьон-кондиционер для душа. Но я не пробовала, поэтому никаких рекомендаций дать вам, к сожалению, не смогу. Так, продолжаем дальше. Мужская серия. Из нее я могу показать только губку. Вот, мы заказывали эту губку. Ну, прикольная, но все равно я мочалки люблю больше, потому что мочалки, особенно наши перчатки отшелушивающие, они просто шикарно полируют кожу, так ее здорово очищают, как будто прям в баньку сходила. А это все-таки достаточно мягкий такой, щадящий уход, вернее, для купания. То есть она, ну, мягенькая, она макает, она вообще становится прикольная. Но она хорошо вспенивает, она хорошо как приятно ласкает кожу. Ну, что еще сказать? Пробуйте сами. Так, и тут вот вся серия для мужчин. Ну, просто посмотрите, серия, кстати, очень хорошая. У меня Миша, когда не носил бороду, он перепробовал многие пены, и он сказал, что эта пена лучше, чем те пены, которые у нас были парфюмированы к некоторым ароматам. Они были на порядок дороже. Он попробовал эту, сказал, она лучше других. И, кстати, по цене она просто классная. 249 рублей пена. Так, на этой страничке у нас немножечко аксессуаров, и появляется сумка-шоппер складная. То есть она складывается так в форму сердца, прикольно так прям. А может быть и такой большой, то есть если мы ее распаковываем, то можно делать классные покупочки. Интересная идея, конечно. И шарфик у нас уже появился в прошлом каталоге номер 3. Про него много снято видео. И, кстати, у меня на канале тоже есть видеообзор. Красивый, классный шарф, который сделан из полиэстера, да, то есть это первичный и переработанный полиэстер. Представляете, можно сказать, из бутылок сделали шарф. Вот. Ну, про ароматы я долго не могу говорить, потому что, как говорят, на вкус и цвет товарищей нет. Рекомендую заказывать пробники, активно тереть страничку, чтобы прочувствовать аромат. И, конечно же, желаю вам подобрать для себя тот аромат, который вам будет очень нравиться, будет вас вдохновлять и все ваше окружение. А вот тут бомбическое предложение. Два аромата Giordani Gold White и Giordani Gold Original.
с огромной скидкой, и поэтому те, кто любит эти ароматы, вы знаете, что они мега стойкие, очень вкусно раскрываются, интересные ароматы, и они очень популярны. А здесь у нас Парадайз. Парадайз у меня есть, кстати, оба аромата. Вот такой желтенький и голубенький. Мой любимчик, конечно, вот голубой, хотя этот аромат очень интересный, я его называю аромат силы. По стойкости классные, да, они, это парфюмированные воды, не туалетные, парфюмированные, они очень стойкие. Но вот этот аромат, он просто обалденный. Я его когда распробовала, долго не могла остановиться, каждый день им пользовалась. Прям классный. И вот сейчас лето придет, я его использую. Может быть, потом еще раз закажу, потому что действительно очень понравился. Этот аромат своеобразный, его обязательно нужно пробовать. Не каждому он понравится, потому что он такой прям вот, ну, необычный. Он такой древесно-мускусный, ну, то есть такой мощный прям аромат. Дальше. Просто хочу вам показать коробочку. У меня такого нет аромата открытого. У меня есть такой зелененький. В чем их сила, этих ароматов? Очень красиво оформлены. Все коробочки разные. Вот их три таких аромата. По-моему, здесь только два представлены. Разные коробочки. Они по 30 мл. Их удобно, то что быстро используем. Можно носить с собой в сумочке. Он не очень тяжелый. И он очень прикольненький. Такой красивой формочки. Пузатенький, как камешек сделан, ограненный. В общем-то, пользуются популярностью такие ароматы. Далее здесь у нас жасмин. И жасмин у меня есть. Тоже неплохой прям аромат. А вот по поводу стойкости не могу сказать. Мне кажется, он, ну, не быстро выветривается. То есть я его даже сама долго чувствую на себе. Но эта туалетная вода, в общем-то, она и не должна быть стойкой 4, максимум 6 часов. А по поводу состава меня часто спрашивают, а жасмин не слишком ли он такой вот грубый? Потому что если вы представляете статью жасминового дерева, то через некоторое время просто может стать плохо и закружится голова. И я всегда говорю, что он очень мягкий, этот аромат, потому что здесь есть ландыш, белый мускус. И, конечно, цветок жасмина, он не такой вот, он не тяжелый. То есть аромат, на мой взгляд, такой весенний, легкий, дразнящий, увлекающий. Я его прям люблю. Смотрите, полфлакона уже нет. Учитывая, что у меня, наверное, 30 флаконов, то это очень хорошо. Это показатель, что аромат мне нравится. Потому что если аромат мне не нравится, то у него будет вот чуть-чуть израсходовано, и он так и будет стоять, пока его кому-то не подарю. Из сладких ароматов это маскарад. Тоже вкусный аромат. Очень его любят взрослые женщины. Он такой сладенький, обвораживающий. Прям, что могу сказать? Ну, цветочно-фруктовый, древесный. Представьте себе, какая смесь, да, это, ну, просто супер. Я его люблю. Я брала себе такой аромат, он мне понравился. И у меня его часто заказывают тоже. Так, дезодоранты. Тема такая. Я вот люблю почему-то дезодоранты парфюмированные. Хотя один из моих любимчиков — это дезодорант с серой крышечкой, но вот мне нравится парфюмированный. Сейчас у меня вот Лючия аромат. А до этого был точно такой же Happy Dizziac. Мне нравится. Нежненько, тоненько пахнет. Поэтому рекомендую. И надолго очень хватает. Очень надолго. Хотя я пользуюсь каждый день. Аромат Glacier мужской. Кстати, такой тоже дерзкий, свежий, с цитрусовыми нотками. Поэтому очень популярный среди мужчин. И, девочки, напоминаю, не забывайте о том, что мужчина рядом с вами тоже должен ухаживать за собой. И вот такая серия Novage специально создана для мужчин. Почему специально? Потому что должна быть у каждого своя серия. У женщины своя, у мужчины своя. Смотрите, вот тут вот есть квадратики, которые показывают, какой этап. 1, 2, 3, 4. Это очень удобно. У нас есть очищающий гель. Он такого прям угольно-серого цвета. Я сама пользовалась. Даже иногда просто беру. Мне очень нравится, как он умывает, такой гель обалдячинский. Ну, он, конечно, пахнет он мужчиной. А крем для глаз очень удобно, то, что он с шариковым аппликатором, с металлическим. Потому что мужчине объяснить, сколько выдавить крема, практически нереально. А здесь он несколько движений делает вокруг глаз и необходимое количество как раз извлекается из тюбика. И есть сыворотка и крем.
Все. Для мужчин все проще, всего 4 продукта, а вот вышел еще один дополнительный. Это будет увлажняющий гель-крем против старения, чтобы наши мужчины тоже оставались прекрасные. Согласитесь же, приятно видеть рядом ухоженного, красивого, мужественного человека. Я считаю, что это тоже важно. Тем более мы живем в такое время, когда экология влияет на кожу, очень сильно разрушает клетки, и старение наступает быстрее, чем хотелось бы. Мы таким уходом помогаем предотвратить быстрое старение. Экла Хоум всего за 999 рублей. Кстати, один из самых сексуальных ароматов в Oriflame. Это просто бомбически. У нас косметолог раньше была в компании, и она говорила: девочки, если вы хотите, чтобы у вашего мужа появилась любовница, купите ему этот аромат. Она, конечно, шутила, но он действительно не оставляет равнодушными. Он привлекательный, такой сладкий, он такой мужественный, восточный, цитрусовый. Прям не могу, какой он классный. Уже захотелось потереть страничку и вспомнить его. Да, он великолепный. Тоже Миша такой брала. Может быть, еще раз взять? Прикольная идея. Эти ароматы я не знаю, поэтому ничего не буду говорить. Тут можно потереть страничку, можно заказать пробники. Тоже их заказывают, у них и цена классная, объем хороший, 100 мл за 479 рублей. Да это же просто фантастика. А вот Soul тоже очень хвалят, популярный аромат, но такой мы не брали. А вот Лидер я вам покажу. Вот он, Лидер. Видите, как он уже израсходовался? 100 мл. Это достаточно большой объем. Классный аромат, очень стойкий, хотя это туалетная вода и очень цена невысокая за нее. И нам понравился аромат. Когда первый раз его Миша использовал, я не поняла, говорю, что-то не то. Но если что, папам отдадим, там кому-то из пап. А в результате он несколько дней пропользовался. И я просто поняла, что для меня были нотки непривычные. Мы до этого брали Happy Dizziak, там, Дима Билан, то есть более какие-то свежие юношеские ароматы. Этот кажется более взрослым, но он очень хорош. Поэтому я его теперь рекомендую. И в подарки мы потом взяли, папам подарили, они тоже такие довольны у нас остались. Так, что здесь? Обращайте внимание, когда у нас в развороте все очень миленько, здесь тоже могут быть скидки. То есть они кое-где мелькают, и может быть именно этот продукт вам сейчас как раз нужен. Так что имейте в виду. Девочки, вы меня все практически спрашиваете с последних видео, что за помада у тебя на губах. Вот вы знаете, у меня какая-то из этих двух всегда на губах. Вот они так выглядят, у них вроде бы невзрачная упаковка, честное слово, не понимаю, почему делают такую дешевую упаковку, непривлекательную, но начинка у помад просто бомба. Вот как раз открыла верхнюю, это чарующий беж, будем и тут вот рядышком где-нибудь пробовать, вот. Смотрите, какой цвет. А с контуром он просто бесподобный. Чуть дальше будут контуры, я вам покажу, какой я всегда использую. А второй любимый уже заканчивается. Обязательно выпишу в этом каталоге. Восхитительная роза. Вот мне кажется, в последнее время я им чаще всего пользовалась. Он более как-то в красноту, а этот более такой ирисковый аромат. Но вот за счет того, что он такой трехслойный, в серединке у них бальзам, потом идет блеск и цвет. И при смешении получается что-то необыкновенное, и для губ комфортно, лежит классно. Всегда, когда хожу с этой помадой, все спрашивают, а что у тебя за помада? И получаю на них всегда заказы, потому что все хотят. У меня даже несколько регистраций было, когда увидели эту помаду, я говорю, хотите дисконт оформим? Да, хотим. И вот у меня сейчас есть несколько человек в команде, которые пришли с этой помадой. Цвета прикольные, красивые. Мамочки, мы всегда берем розовый клевер. Взрослые женщины любят такие оттенки, вот клеверные. Так, дальше. Энергоблеск, честно каюсь, я не взяла ни одной из этих помад. Не хочу. Вот просто не хочу такого блеска сейчас. Почему-то хочется больше чего-то матового, спокойного, мягкого. Может быть, летом у меня возгорится желание пользоваться блестюшками, но у меня есть еще. Поэтому не брала и ничего не могу сказать. Но я знаю по отзывам, что помада роскошная. Она и пахнет вкусно. У нее чудесный аромат, как-то арбузный, что ли, такой. Он свежий, он прикольный. У нее необыкновенное сияние. Вот как показано на губах, как будто губы усыпаны бриллиантами. Вот так и будет.
На самом деле так и будет. Так, что здесь я вам покажу? Из этого ничего нет, но расскажу про палетку, потому что я ее два раза заказывала. Знаете, что мне в ней нравится? Первый взгляд, когда смотришь, думаешь, ой, ну я, может быть, вот этими цветами не буду пользоваться, будут валяться. Вот я использую ее всю. Почему? Во-первых, можно некоторые цвета использовать по отдельности, то есть они самодостаточные, и вам они идут. А некоторые можно смешивать и получать такое разнообразие оттенков. И поэтому я была всегда очень довольна этой палеточкой и рекомендую всем. А из этих помад, где-то они у меня есть, да, вот два оттенка. Это мусс-помада матовая. У меня есть ореховая пролине, это третья вот по счету. Сейчас я вам ее покажу. Вы знаете, некоторым клиентам есть такие отзывы, подсушивают губы. Вот она когда высыхает, она становится прям матовая. Но если губы сохнут, возьмите под помаду, нанесите, например, праймер. Специально у нас есть в компании праймер. А это у меня какао. Пряное какао. Вот она. Шестерочкой на конце. Просто фантастические цвета. Но мне губы, они не сушат. То есть я ими всю зиму пользовалась. Настолько комфортно и классно, что у меня никаких нареканий нет. Даже пробовала пару раз с праймером. Ничего особенного, разницы не вижу. Так, когда он подсыхает, вообще такой матовый шик становится. Поэтому рекомендую. Очень популярная помада и очень достойная. Карандаши. У меня дома оказалось только два. К сожалению, декоративной косметики сейчас дома немножко, потому что отнесла в офис, чтобы там делать мейк. Так, первый открыла. Это у меня, скорее всего, какой-то розовый должен быть. Давайте по коду смотреть, а то, может быть, ошибусь. Так, тут еще не так-то просто код найти, все очень меленько. Так, 35 на конце. Ищем. Ага, это классическая роза, третий. Так, вот здесь нарисую. Надеюсь, видно. Обожайте карандаши. Они просто самые классные. Вот все, что в Oriflame есть, Giordani, Colorbox серия или The One выкручивающийся, я только за них. А это мой любимый, вот, который я все время использую с помадами. Сейчас посмотрим, какой код. По-моему, это теплая корица. 34-й. Да, это теплая корица. Вот он такой цвет. Рядышком его нанесу. Вот я его наношу под эти все помады. Он... Когда сверху помада ложится, его не видно. То есть вот оно смешение произошло, и он мне подходит под все теплые оттенки. Если мне нужно, я делаю его чуть мягче нажим или чуть сильнее, чтобы получить нужный мне эффект. А из карандашей для глаз у меня остался дома только зелененький. Вот так я вам что могу показываю. Вот такой карандаш. Я им крашу в основном только вот нижнее веко, прорабатываю в ресничках. Такой эффект получается, вот он весь переливается, как будто бы глаза распахиваются, что ли. Такой просто невероятно красивый вот этот карандаш, классный. Ну, я бы, честно говоря, любой из них взяла. Мне кажется, они все очень красивые для макияжа, чтобы... сделать макияж просто балдежно. Смотрите, как их много оттенков. Так что выбирайте, какой вам душе угоден. Так, что дальше? Не пробовала трафарет. Кстати, идея интересная, но я никогда не пробовала. Расскажу вам про тушь. Тушь для бровей. Вот честно, это недооцененный мной продукт. Когда я первый раз его получила, я не поняла, зачем он нужен, что-то ерунда какая-то. Но, честно говоря, во-первых, он классно является классным дополнением, когда я прокрашиваю сначала брови тенями из нашей палетки, а сверху делаю закрепляющий такой шик. Чуть-чуть допрокрашиваю, где не прокрасилась. Есть некоторые брови у нас, которые светлее, чем другие, или какой-то подпушек. И именно этой тушью он хорошо-хорошо прокрашивается. И идет фиксация. То есть вот у меня, например, волосики тут есть на руке. Я взяла средний цвет. Рекомендуется брать тон на один светлее, чем у вас брови.
То есть не темнее, наоборот, да, не в тон, а светлее. Тогда будет эффект классный. И очень удобная маленькая щеточка, которая хорошо прокрашивает каждую бровку, не вылазит за пределы брови, да, чтобы все не измазать. А, в общем-то, в результате я их купила все, потому что я тут меняла цвет волос. Сначала я была совсем темная, потом совсем светлая, потом я стала средней. Поэтому у меня есть они все, и я их отнесла в офис, два других цвета, чтобы там делать мейк девочкам. Вот, это моя любимая страничка, на самом деле, вот когда начинается декоративная косметика, я это все обожаю. Буду сейчас вам расхваливать вот эти тени матовые, потому что это фантастический продукт, почему-то их оставили три, хотя изначально было 5 оттенков, убрали у нас один такой нежно-розоватенький и один сливовый. И вот я жалею, что я не успела купить сливовый, чуть я сэкономила, потом их не было и в результате не взяла. Вот. Вот почему такое безобразие, и это, конечно же, такого у вас не будет, потому что у меня они уже закончились, как бы, вроде бы. И я вынула вот этот вот дозатор, который, вернее, не дозатор, а ограничитель. Когда мы вынимаем кисточку, да, там ограничитель снимает излишки. Я вынула, а там еще полно этих теней. Вот так вот я вам покажу. Ну, например, вот здесь. То есть они прям матовые. Как бы мне знать, что вы меня видите точно. Вот так сделаю. Высыхают, становятся полностью матовыми. Я их использую как основа под тени или как основные. То есть вот когда они вот с ограничителем, то я вынимаю, все хорошо. То есть я наношу один цвет, потом рядом другой и кисточкой тушую их между собой. Все. Или вот такой цвет, это тауп. То есть я вам до этого показала песочный нюд с этой стороны, комбинацию, а с этой... В общем-то, я думаю, убрали этот цвет розоватенький, потому что, в общем-то, можно обойтись и одним вот этим нежным бежевым, потому что он сочетается и с тем, и с другим. Сейчас я вот приготовила кисточку, чтобы вам показать. И я кисточкой так вот аккуратненько делаю мягкую тушевочку. Так растушевываю, чтобы не было четких жестких границ. Получается макияж или теплый, или холодный. Какой вам нужен эффект добиться? Все. Что в них крутого? Во-первых, прекрасная база под тени. Во-вторых, самодостаточные тени. И в-третьих, они фиксируются. Вот если дать им высохнуть, они очень стойкие. И те, кто обладают жирными веками, то это супер выход, что сделать макияж, который продержится весь день. То есть я... Как бы я не знаю, может быть, и есть случаи, когда скатывается, но я пока не встречала. Похвалила вам, потому что очень люблю их. Надеюсь, вы будете заказывать. Далее, это, как правильно называется, стойкий карандаш-подводка для глаз, но мы почему-то называем это линерами. Вот у меня есть зелененький, он такой термостойкий. Его накрасишь, потом не сотрешь. Смотрите, какой цвет. Непонятно, да, на картинке он как бы зеленый, а здесь аж синим. Не знаю, передает камера или нет. Он аж прям синий-зеленый, такой глубокий цвет. Очень плохо смывается. И черный. У меня их вот два в остаточках. Просто они уже высохли, но я их не выкидываю, чтобы показывать. Вот этот, да, пободрее. А чем они крутые? Смотрите, у них очень тонкий кончик. Шикарно можно прокрасить стрелку любой толщины, от самой тонюсенькой, прям как ниточка, то есть, да, прям вот кончиком мы вот так вот проводим, получаем прям ниточку, и любой толщины, то есть, да, мы можем несколько сделать движений. А чем хороша вот эта форма по сравнению с подводкой, нам привычно, то есть мы пишем, мы рисуем, да, мы привыкли к этой форме, и поэтому, когда мы проводим стрелку, то это делается очень просто, да, привычным движением руки. Ну, извините, он уже подсох. Что важно, нужно очень хорошо закрывать, они достаточно быстро заканчиваются, если оставить его, например, вот так вот не до конца закрыть, вот такую щелочку, то он моментально у вас высохнет, надо до щелчка, чтобы здесь не было вообще промежутка никакого. А далее, средства для снятия макияжа, так, кстати, есть для водостойкая тушь. А есть тушь термостойкая. Когда она появилась, я не понимаю, зачем оставили водостойкую. Ее ж так трудно смывать. Ну ладно, окей, может кому-то нравится. Тушь с эффектом накладных ресниц. Покажу вам кисточку. Специально ее не выкидываю, чтобы демонстрировать. Так-то тушь давно закончилась. С эффектом накладных ресниц. И реально она делает ресницы классными. Хорошо их поднимает.
подкручивает и наращивает. То есть они становятся прям такие веером длинные. Одна из моих любимых щеточек. Но все-таки больше мне нравится тушь 5 в 1. Хотя есть у меня пару клиентов, которым 5 в 1 не нравится, а нравится именно эта щеточка. Она, с одной стороны, видите, сплюснутая, а если так повернуть, то они широкие. Тут сплюснутая, то есть нет ворсинок. Ну, интересная щеточка. Прям рекомендую попробовать. Может быть, эта тушь именно та, которая вам нужна. Она очень крутая. Щипчики для ресничек. Я пользуюсь. Не каждый день, но пользуюсь, когда особенно есть время повыпендриваться, поделать долго макияж. Что мне в них нравится, то что они не ломают реснички, мягко их подкручивают. Что нужно сделать? Не только не красьте реснички, на сухие, чистые реснички мы сначала делаем зажим, считаем до 20, разжимаем, сразу подкрашиваем, потом вторую. Хорошие очень, видите, удобно, то что пальчиками мы держим. Приспособились и делаем классные подкрученные реснички. Лучше ложится любая тушь, быстрее укладка ресниц происходит. Если есть какие-то ресницы, которые там не в ту сторону смотрят или обломился кончик, такое бывает, если реснички не подкармливать витаминками, то с помощью щипчиков мы решаем вопрос, как сделать реснички лучше. Вот, кстати, праймер для век у меня тоже на работе оказался, хотела вам показать его. На него действительно лучше ложатся тени. Прям я оценила, какая удобная вещь праймер. Но я вам покажу тени, некоторые, у меня есть палетка. Я не могу сказать, что я от них в восторге. Нет, честно, видела я тени и получше намного, но неплохие. И некоторые цвета прям суперские. Например, вот цвет, вот этот светлый. Сейчас вам покажу матовый, бежевый нюд. Мне не нравится то, что он сыпется прям. Вот он так весь рассыпается. Тут вот везде им насыпано. Какой-то он как меловой. Но, видите, я им очень активно пользуюсь, потому что в палеточке уже аж дырочка появилась. Очень яркие, смачные вот эти оттенки матовые. А те, которые с блестками, они наоборот какие-то... Ну, какие-то прям очень тоненькие и мягенькие. Сейчас я вам прям покажу, насколько это возможно. Я даже, знаете, как базу... не буду базу наносить так на сухую. Покажу, вот, например, вот эти коричневые тени. Здесь нанесу. Они прям вот крутые. Вот прям огонь-огонь. У них и цвет такой приятный. Не в рыжину, не черный, не серый, а вот такой прям благородный. Как темный коричневый цвет. В сепия. И для сравнения покажу вот этот цвет рядышком. То есть, видите, вообще его так трудно сделать ярким. То есть, много-много раз наношу и просто вот добилась эффекта. И поэтому, если я его использую без основы, то он получается очень светлым. Если с основой, то другое дело. Он уже будет, ну, по-другому смотреть. Кстати, у меня здесь был как раз праймер под тональную основу, может быть, из-за этого получше легли тени. Но на глазах мне очень нравятся вот эти вот матовые, постоянно ими пользуюсь, этими сочетаниями. И как делала раз макияж зелеными тенями, тоже очень яркий, уже у меня кисточка не такая не чистая, но покажу. Очень яркий цвет. Вот видите, вот сыпется, вот мне это в них не нравится. Все-таки тени должны лежать сразу классно так. Ну, вот, сдулось лишнее. А эти совсем светлые, перламутровые, совсем, это у меня розовое золото. Вот эти, вот этот оттенок я взяла, розовое золото. Он, конечно, очень красивый, но он тоже очень светлый. То есть он такой легенький блеск на глазках появляется, но не более того. По поводу коробочки. Смотрите, мы коробочку покупаем отдельно. И если нужно вынуть тени, заменить, то вот с обратной стороны есть дырочки, иголочкой просто нажимаем, и тени выталкиваются, они тут на магнитике просто, и мы меняем на другие. Вот. Но сама по себе палетка мне не нравится, тоже она вся очень быстро обшарпалась, ободралась, и хотелось бы, чтобы она была более так, ну, красивая, сохранялась надолго, раз уж это вещь под замену, то есть мы можем ей пользоваться долго и менять тени, например, вставлять потом румяна или, да, что-то, какие-то тени заменять, то я считаю, что она должна быть более качественной. Это
Это от меня компании привет. Что недоработка. Хотя где-то слышала, что говорят сейчас палетки другого качества, нежели те, вот, которые были в первом каталоге. Но надеюсь, это так. Так, что дальше? Так, этого у меня нет. Угу. Покажу вам закрепляющий спрей для макияжа. Интересная вещь, особенно, мне кажется, будет она актуальна для тех, у кого жирная кожа. Особенно летом, когда хочется, чтобы макияж подольше служил. Это просто распылитель прозрачный, уже наносится на макияж полностью сделанный, закрываются глазки и так просто распыляется, дается высохнуть и... Как бы говорят, что макияж держится лучше. Но так как у меня кожа не жирная, и макияж и так держится классно весь день, то я, в общем-то, не поняла эту вещь и никаких рекомендаций вам дать не могу. Но отзывы есть, они даже очень неплохие. В интернете смотрела. Моя любимая палетка, палитра маскирующих средств, тоже вам ее продемонстрирую. Меня часто спрашивают, какой лучше взять корректор. Конечно, вы должны смотреть по себе. Какая задача перед вами стоит? Например, если у меня появилась пигментация, то я не смогла перекрыть ни одним средством, не знаю, еще есть какие-то в этом каталоге, по-моему, не представлены, ни одно средство из тюбика не перекрыло пигментацию. А здесь немножечко как бы поплотнее, то есть вот я даже набираю на палец, и видно, что он очень плотный. Я розовым цветом перекрываю вену на переносице, которая кидает тень, и получается, как будто у меня синячки под глазами. Я вот этим розоватеньким оттенком, это, кстати, у меня самая светлая палеточка, я перекрываю вот эту вену, потому что розовая перекрывает синеву, а коричневая мы перекрываем вот этим желтеньким, то есть нейтрализуем. Очень я довольна, а здесь пудрой я ей практически не пользуюсь, пыталась как-то, но мне она в принципе не нужна, лучше бы сделали две и побольше объемом. Ну, я в восторге, и хватает надолго, я ей пользуюсь уже, наверное, около года, каждый день макияж практически делаю, даже кому-то делаю макияж с ней, и посмотрите, незаметно даже, что я ее израсходовала, розовый уходит чуть больше, потому что я каждый день эти венки маскирую. Рекомендую прямо от души, пишите отзывы. Если вдруг вам не понравится, мне тоже будет интересно знать, почему. А если понравится, то пишите дифирамбы, поддержку этой палитры. Так, что здесь? Ну, все для ногтей. Что у меня любимое? У меня не все, конечно, я многое пробовала, скажу, что любимое. Это укрепляющее покрытие для ногтей. У него такой нежно-голубенько-сиреневый какой-то цвет, его практически не видно, что там есть цвет. Вот он реально мне помогает, хорошо укрепляет ногти. Очень классно на него ложится лак. То есть я его использую и как сразу два зайца, и основу под лак, и как ухаживающее средство. И очень люблю, прям очень-очень, у меня это слово стало звучать чаще-чаще, потому что действительно очень нравится сушка для лака, потому что... Порой просто нет времени, чтобы быстро высушить ногти, нужны какие-то дела. И я постоянно смазывала раньше ногти, не давала им высохнуть. Благодаря этой сушке я обожаю теперь делать маникюр, потому что это получается быстрее где-то в 3 раза. Она действительно классно сушит даже толстый слой лака. Ну, остальное сами посмотрите. Ничего не могу сказать про эту тушь, ни разу ей не пользовалась, честное слово. И почему-то у меня до нее иногда бывают мысли такие, попробовать что ли. Ну, как-то не могу я. 5 в 1 мне нравится, я ее стараюсь добрать. То же самое про всю эту серию. Могу сказать, что я не пользуюсь этой серией, у меня нет о ней никаких личных рекомендаций. Но есть то, что говорят клиенты, у меня очень часто берут эту помаду, постоянно. Есть постоянные клиенты, которые ждут скидку и набирают по 3, по 4, по 5 штук. Мама даже моя берет эту помаду, ей нравится она. И я пробовала карандаш, брала себе пыльный розовый, цвет понравился, а качество нет. Твердый, то есть, твердый. Очень хвалят бальзам для губ, тоже еще не пробовала. Интересное предложение по теням, то есть они идут в кругленькой палетке, один цвет,
Вы можете выбрать любой или несколько, но они идут без кисточки. То есть вот просто такая кругляшечка прозрачная, пластик закрывает ее. В общем-то, это все. Для глаз карандаши и для губ маленькие. То есть смотрите, по объему они всего 7 грамм. То есть они коротышки. У меня просто этот карандашик, он на работе. И черненький там есть. И такой. Вот. А лаки хорошие. Про лаки могу сказать, что Colorbox, эти лаки, они классные. Тоже тоналку часто заказывают, но у меня личного опыта как такового нет. Я ее попробовала, может быть, раз-два брала себе такой цвет, но, в общем-то, дочке отдала, она пользовалась. Как-то не подходят мне такие дешевые средства. Я люблю серию Giordani, вот мне нравится. Сейчас про это расскажу. Прикольный бальзам, восстанавливающий для губ. У меня тоже он есть. Он с ароматом ванили, такой длинный тюбик. У него невероятно крутой аппликатор. Смотрите, то есть мы давим на пузико, и из него выходит капелька блеска, бальзамчика. И он дает цвет, то есть у него приятный-приятный цвет на губах. А аромат просто обалденный. И он увлажняет. Это бальзам, то есть это не блеск для губ, это ухаживающее средство, да еще и с цветом. Тут розовенький. Подводку не пробовала, а на работе лежит стик-корректор. Почему-то я выписала себе темный цвет, поэтому пользоваться им часто не могу, но он мне нравится. У него хороший, плотненький такой состав, он хорошо перекрывает пигменты, но посмотрите по цвету. Средний, он прям темный, он под загар хорошо пойдет. Преображающая тональная основа. Я про нее отдельное видео записывала, потому что мне она нравится. Я считаю, что это очень достойный продукт. Тут капельку выдавлю. Достойный продукт. Ой, как много выдавила на пол лица. У меня цвет летний, под загар. Такой из теплых оттенков. Ой, куда же его теперь деть? Ладно, буду ходить с ней. Сюда вот смажу. Она хорошо перекрывает поры, все неровности. Вот я тонким слоем растянула ее, смотрите. Но это, конечно, желтый цвет. Когда я летом была подзагоревшая, он мне был идеально. А сейчас кожа бледная, и он очень некрасиво выглядит, но по качеству он хороший. Он прям, ух, какой классный. И одна из любимых пудр, которые есть, вообще, которые я пробовала, это пудра прикосновения безупречности. И она здесь представлена. Если есть возможность, обязательно возьмите, попробуйте. Она просто обалденная. И удобная. То, что есть специальное отверстие. И вот, как же это назвать-то? Они двигаются. То есть мы можем закрыть или открыть. То есть когда мы пользуемся, мы открываем отверстие поворотом, вытряхиваем в крышечку небольшое количество пудры и потом закрываем, оно фиксируется и не рассыпается везде. То есть можно носить с собой. Так, продолжаем. Здесь скидок нет у нас. Есть вот на пудру, ну не очень большая скидка, но она есть. Ну, новиночка у нас будут вот такие домашние тапочки, балеточки, которые можно носить с собой. Куда-то в гости идете, с собой в сумочке несете балетки, переобуваетесь. Красивейший платок с бахромой. Это шарф-накидка, но да, как платок. Очень красивый. Смотрите, обзор аксессуаров у меня есть на канале с прошлого. Когда у нас новинки пришли с прошлого каталога, все сделали на все сумочки. И, кстати, я себе выписала такой ремень. Я его планирую носить не только с сумками, но и на талии. Это очень красиво выглядит. С платьем, с джинсами пробовала. Очень красиво. Вот так на карабинчике у меня как раз он по талии лег. Здесь размер должен быть указан. 68 сантиметров. То есть мне прям отлично. Не совсем на талии, чуть ниже, как раз все джинсы у меня с заниженной талией. То есть прям отлично все хорошо. Карабинчики легко соединяются. Ну, конечно, можно и сумочкой с любой носить, у которой есть съемная ручка. Красивая, классная, необычная вещичка. Рекомендую. Что еще здесь у нас? Это я пока ничего не заказывала. Кстати, очень понравился набор с розовым кварцем. И я подумываю себе его заказать. Гвоздики и колечко. Вот именно такой необработанный мне нравится. Очень красивая повязка-ободок. Но мне кажется, это все-таки более для
юных девочек для молоденьких не стала себе брать, но зато взяла себе очки. Сейчас покажу вам. Они пришли в такой сумочке специальной. Вот они, очки. Я уже в них ходила. У нас было несколько дней яркое-яркое солнце. И я довольна ими осталась. Потому что, во-первых, они легкие. Они не давят мне за ушами, не давят на переносице. Я несколько часов в них провела. Когда мы были в дороге, в машине, очень яркое солнце просто слепило. Я просто их не снимала, и мне было комфортно. Это отличный показатель. И они просто красивые по форме. Ничего вроде бы особенного, но приятное сочетание цветов. Такой кремовый оттенок и здесь ярко такой коричневый в красноту. Здорово сочетаются, и мне они понравились. И для глаз комфортно. И есть салфеточка вот так. Раз, вытерли. Все в тон, все так приятно, молодцы. Хороший продукт. Я, кстати, их взяла с 50% скидкой, поэтому вышло очень-очень-очень выгодно. Так, из следующего набора я себе заказала серьги, хотя, когда я их увидела в каталоге, мне они не очень глянулись. А когда я их померила, я поняла, что они крутые. Смотрите, как сделано здорово. Во-первых, это трансформеры. Их можно снимать. И вот эту штуку вообще не одевать, то есть оставить только колечко. То есть минимализм. Если мы хотим усилить эффект от нашей одежды, да, добавив такой аксессуар, то одеваем дополнительно вот эту подвеску из двух колец. Одно металлическое, второе под кожу с отстрочкой. Мне, кстати, досталось колечко с двойной строчкой. Интересно, так выглядит? И вот тут еще. Кстати, мне нравятся такие вещи, когда... Не прям идеально по линейке, а где-то вот что-то такое, что смотришь, ну так, что-то здесь не то. А на самом деле прикольно. Вот, взяла я эти серьги, потому что они, во-первых, невесомые, очень комфортные и эффектные. Поэтому я их заказала. А мне так понравился следующий комплект сумочки. Дошли мы с вами до ухода за кожей. Наконец-то, скажете вы, уже большую часть каталога мы с вами прошли. Про серию Eco Beauty можно долго рассказывать. Это легендарная серия, на 95% натуральные компоненты. Одобрена организацией EcoCert. Это очень круто. Можете почитать в интернете, что это значит. И что я могу сказать? Интересная серия. Я ее брала всю, и мне понравилось. Я рекомендую. И жду от вас отзывов. Если вы пробовали, напишите ваши рекомендации. Это моя любимая серия NovAge и коллаген. Про NovAge тоже можно прям отдельную лекцию проводить. Я рекомендую ознакомиться с этой серией, потому что это просто необыкновеннейшая продукция за приемлемую сумму. Это комплексный антивозрастной уход, благодаря которому я считаю, что я хорошо выгляжу намного лучше, чем могла бы. Поэтому рекомендую, конечно. Далее. Набор. Мне нравится аппарат такой для очищения кожи Skin Pro Sonic 3 в 1. Тоже похвалюсь, потому что у меня есть набор на подставке. То, что удобно, он стоит в ванной на полочке. У него есть несколько скоростей. Большая. Еще больше. Несколько насадок. Они легко снимаются. Одна массажная. Одна для того, чтобы с пенкой очистить лицо. И одна силиконовая насадка скраб. Так вот. Включаем. И обратите внимание, она не крутится, а только вибрирует. Благодаря этому такой аппарат подходит даже для обладателей чувствительной кожи. Потому что нет травмирования, просто идут вибрации. И очень мощное очищение кожи. А насадка металлическая, массажная. После того, как наносим крем или масло для лица, мы массажной насадочкой по массажным линиям помогаем крему легче впитаться. И кожа разглаживается, усиливается кровообращение. И я просто пищу от этой насадки. Вот она у меня постоянно в использовании. Если это я очень редко пользуюсь, это изредка, то это я пользуюсь практически каждый день. Особенно, когда я только его получила, я и утром, и вечером пользовалась, потому что это невероятное ощущение. И я могу сказать, что аппарат не дешевый, он стоит 4000. Он идет в комплект сразу с насадками, батареек нет, то есть батарейки купите отдельно.
Но какой плюс? То, что если вы участник премьер-клуба, закажите себе со скидкой 50%, и он вам выйдет примерно на 1600. Я могу немножко... Ну, мне кажется, как раз 1600 получается. За 1600 такой крутой аппарат современный, это просто круто. Даже ради этого стоит стать участником премьер-клуба. Купила себе такую маску, но никак не воспользуюсь, все забываю про нее. Хотя очень хвалят, отзывы о тканевых масках просто потрясающие. Обратите внимание, что у нас вернулась серия «Королевский бархат», легендарная, многими любимая серия, классная. Я ей пользовалась в свое время. Ну, сейчас я уже на Вейдж перешла. Но, кстати, вот эти рыбки фиолетовые я запомнила на всю жизнь. Какие они классные. И я, может быть, даже их повторю в этом каталоге. Так, серия Optimals. Это уже более такой доступный продукт по сравнению с Novage, да, и Королевским бархатом. Тут идет у нас предложение со скидками. Внимательно читайте предложение. Есть антивозрастные серии для сухой кожи, нормальной, комбинированной, то есть на любой вкус. Так, смотрим, что здесь. Вот тут я, пожалуй, задержусь на этой страничке, потому что у нас часики обозначают то, что эта продукция последний раз в каталоге. И меня это, если честно, пугает, потому что это мои любимые продукты, особенно масло чайного дерева. Обязательно, прям вот обратите внимание, что его можно заказать в этом каталоге всего за 159 рублей. И это средство, которое помогает от многих проблем. Особенно если у вас маленькие дети, все царапинки, ушибы, порезы, синяки, болячки, да, все, все мы можем смазать этим маслицем. Ну, у него очень широкий спектр воздействия, он заменяет мне больше половины аптеки. То есть мы и в носик его капаем, горлышко полощем, какие-то прыщики, то есть все, что только вот можно придумать, да, мы все лечим этим маслом. И я очень люблю эти салфетки. Вот такая большая пухлая упаковка, прям толстенькая, салфетки большие, очень хорошо пропитанные. Рекомендую. Так, дальше. Ой, хорошее средство для интимной гигиены. Если сравнивать с обычными средствами, то это в разы круче. Просто вот я, конечно, предпочитаю брать это, хоть оно и намного дороже, но оно действительно классное. И рекомендую тоже бальзамчик для интимных зон. Что сказать про восковые полоски? Ну, все равно они так чисто не удаляют волосики, как хотелось бы. Ну, может быть, у кого-то они мягче, у кого-то жестче, да, по-разному. Но я вот такой чистоты прям не добилась от них. Хотя удобно, если быстренько подчистить что-то, да, там, то можно пользоваться. На этой страничке, я думаю, это бомбический продукт, потому что тальк парфюмированный, да еще и три вида. Тут можно втереть страничку. У меня еще с прошлого года тальк есть. Что я хочу сказать? Нужная вещь, особенно летом и в жару. Поэтому запаситесь тальком и расскажите своим знакомым, что у нас он появился. Потому что кто-то натирает ножки между ног, вот бывает, да, близко так вот соприкасается кожа. Кто-то посыпает там после душа все тело. И это очень классно. Он впитывает все наши вот выделения кожные, и за счет этого кожа намного дольше сохраняется такой гладкой, свежей, приятной на ощупь. Просто комфортно. Я даже сама летом только им и спасаюсь. Так, здесь у нас электрическая пилка со скидкой, но я ее не взяла показать, хотя в некоторых видео я ее показываю, потому что, ну, я не испытываю от нее бешеного восторга. Ну да, ну хорошая, ну прикольная. Но то же самое можно сделать просто сухим способом, не намачивая нашу привычную пилку для пяточек. То же самое, в общем-то. Ну, это, конечно, покруче, может быть, удобно, электрическое, классное, но нет, не могу сказать, что прям это необходимое, обязательно берите. Так, дальше покажу вам одно средство, увлажняющий лосьон для ног. Он приходит в коробочке, вот он, в серединке. И вот он мне очень нравится. Кстати, что-то я про него забыла, давно не пользовалась. С дозатором. Капельку сейчас выдавливаю. Капельку. Вот, давно не пользовалась. Вот с ним такие ножки классные. Гладкие, такие напитанные. Ох, прям вот рекомендую. Вот это хорошая штучка. Так, что еще здесь рассказать?
То, что брала, то, что знаю, то и рассказываю. Дошли мы с вами до wellness, витамины. Я считаю, что каждый человек должен пить витамины обязательно, регулярно. Они не накапливаются в организме, пить их нужно каждый день, не экономить на этом, потому что, ну, если не мы, кто еще позаботится о нас, кому мы еще нужны? Точно не нашему Минздраву, да? Итак, витамины для мужчин и женщин можно заказывать отдельно в баночках по 60 таблеточек. Обращайте внимание, что если вы сделали заказ в третьем каталоге на 500 рублей, в этом, в номер 4, на 500 рублей, или если вы только в этом делаете, то заказ должен быть на 1000, тогда вы сможете приобрести нутрикомплекс для волос и ногтей, и мультивитамины и минералы для мужчин и женщин, то есть вот эти, со скидкой 40%. То есть или с этой странички нутрикомплекс, или витамины и минералы. Я вам покажу нутрикомплекс, но мне он еще пришел почему-то в старой упаковке. Он целевой прям для волос и ногтей. Я вот сейчас его пью. Одну достала, вот две у меня здесь еще палеточки с таблеточками. В день нужно пить 2 штучки. После еды. Витамины пьют или во время еды, или сразу после еды. Они, ну, да, я рассказываю только о своих результатах. Что они делают? У меня личный результат. Волосы укрепляются, они так не выпадают. Очень быстро растут. И ногти нереально быстро растут. Я не хочу сейчас длинные ногти, поэтому мне приходится постоянно их срезать, подпиливать. То есть эффект классный. Поэтому я себе, конечно, буду брать эти витаминки именно для волос и ногтей, потому что шикарная цена и эффект тот, который мне нужен. Далее Wellness Pack. Для мужчин и женщин разные упаковки. У мужчин больше селена, по-моему, у женщин железо. Сейчас покажу, как выглядят витаминки. Ой, один пакетик остался. Все уже. Они одинаковые. Что входит в состав пакетика? 2 капсулы желтенькие, это омега-3. Вот эта темная такая красно-бордовая капсула, это шведский бьюти-комплекс или астаксантин, мы его называем. Но здесь еще экстракт черники в него включен, то есть на глазки хорошее влияние оказывается. И здесь у нас комплекс мультивитамины и минералы, 1 таблеточка. То есть то, что нам необходимое, суточная норма для взрослого человека от 14 лет. Вот я пью эти витамины на протяжении уже больше 9 лет, получается. Мы пьем всей семьей, и дочка, и муж Михаил. То есть мы пьем регулярно. Какой результат? И по внешности, то есть кожа более молодая, если сравниваем. Конечно, говорят, нехорошо себя сравнивать, но это происходит, ну, по неволе. Как бы и любопытство такое, как бы могло быть, если бы я это не пила. Просто отличные результаты по иммунитету. Мы не цепляем всякие болячки. Тьфу-тьфу-тьфу. Очень-очень редко бывает, что у кого-то там начинает что-то там заболевание это проявляться, типа простуда, какой-то вирус. То есть у меня это, может быть, за последние 10 лет раза 3 всего было. Миша вообще не помню, чтобы это было. А у дочки, так как она очень активна и в универе сейчас учится, бывает иногда, то есть заболевает, но очень быстро заболевание проходит, то есть без вмешательства антибиотиков, там таких вот жестких средств, просто усиливаем дозу витаминок. Очень хорошо работает. Конечно, можете почитать в интернете огромное количество отзывов, потому что уже сотни тысяч людей пьют эти витамины на протяжении многих лет. И, конечно, уже такие результаты классные у каждого. Так, что дальше у нас? Белок. Всегда протеин. Протеин все любят. Покажу вам такой белок, как я его использую. Биологически активная добавка к пище. Я добавляю в блинчики, в пирог, просто в еду. Некоторые даже в салатик его добавляют. То есть, ну, что-то готовлю и просто обогащаю белком пищу. Все, просто это как полезная добавка. Отдельно заказываю всегда астаксантин. Просто пью его, стараюсь больше пить, чем в упаковке, потому что его можно пить больше и даже нужно пить больше, чтобы было лучше состояние. Коктейль тоже покажем. Мой любимый ванильный коктейль. Вот прям недавно новую пачку открыли.
наверное, вам интересно, что у него внутри. То есть это сухой порошок. Отдельно к нему покупается шейкер и мерная ложечка к шейкеру прикладывается. Вот так одну ложечку мы берем. Я разбавляю просто с водичкой. Иногда делаю смузи, добавляю туда фрукты, какие-нибудь финик, ложечку меда, семечки разных там злаков. Очень вкусные смузи получаются, полезные. И здесь белок. То, что нам необходимо каждому человеку. Просто получать белок. Но из еды его не всегда получается добыть нашему организму. Поэтому добавляем просто дополнительное питание. Полезно, вкусно. Главное, что для здоровья очень полезно. Так, супчик тоже покажу. У меня сейчас томатный. Кстати, я больше люблю зимой есть томатный супчик, а летом спаржевый. Потому что томатный он такой пряный. Тут ложечки у меня нет, я его просто ложкой обычной добавляю, две ложечки кипятком заливаю, добавляю петрушку, иногда перец или мелко режу, или в блендере просто взбиваю, получается такая вкуснятина просто, чесночка можно летом, огурчика добавить, ну очень вкусно, очень полезно, тоже состав обалденный этого супчика, а летом мы спаржевый. Потому что он такой мягенький, нежненький, его прям холодным даже можно кушать, то есть настаивается, очень полезный спаржевый. Батончиков сейчас нет, мои любимые шоколадные батончики. Кстати, благодаря им, я их одно время постоянно лопала, потому что у меня такая тяга к сладкому была, вы не представляете, я могла за день съесть вот такую охапку, полную тарелку конфет. То есть я покупаю, например, килограмм конфет, через 3 дня у меня их нету. Вот представьте, какими объемами я могла поглощать сладкое. Благодаря батончикам я совсем сошла со сладостей. Абсолютно дома ни одной конфетки нет, только, может быть, кто-то принесет иногда. Но я их даже не ем и нет тяги. Вот я благодарю Wellness за то, что он меня избавил от этой страсти. Детская, конечно, про деток тоже нельзя забывать. Детские витамины и детская омега тоже нужно детям давать. Не экономьте на своих детях, потому что в период роста им особенно важно получать дополнительное как питание клеточкам и клеточкам мозга. Кстати, не показала, у меня есть еще вот такой продукт в баночке. Это отдельно омега-3 дополнительно. Я ее купила для папы. Ну, чтобы поддержать. Мама сейчас у меня пьет, и я вот папе сейчас баночку отдам тоже. Потому что они у меня как-то к пэку, вот к таким большим упаковкам, чтобы сразу за день выпивать 4 таблеточки, они никак не смогли привыкнуть, поэтому я им по отдельности беру то баночку витамин, то баночку астаксантина, то баночку, и они меня пьют. Как бы по одной они согласны пить, а больше, говорят, нет, не пошло. Так, дальше. Кстати, есть очень выгодное предложение не на всю продукцию Wellness, но на много. Когда мы можем оформить подписку, купить первые 3 продукта за ту стоимость, которая указана, а 4-й продукт нам приходит в подарок. И есть еще отдельно подписка Life Plus, 2 вида. Одна включает в себя коктейль и Wellness Pack, мужской или женский, то есть на выбор. А вторая — коктейль, суп и Wellness, то есть из 3 продуктов. Так вот, смотрите, в чем преимущество. Когда вы первый раз заказываете Life Plus, подписку делаете, то вам приходит набор в таком красивом чемоданчике, и в него в подарок вкладывают шейкер с мерной ложечкой и специальный дневничок по питанию там, с рецептами, куда вы вписываете свои изменения. И что самое прикольное, 4-й шаг, который идет в подарок бесплатно, за него начисляют тоже баллы. Вот имейте в виду, Life Plus этим выгоден. Так, дальше. Интересная серия для семьи. Я люблю эту серию. Мне нравится она по дизайну. И аромат миндаля. Если вы любите, как пахнет миндаль, мне кажется, он такой уютный аромат какой-то. Вот. Миндаль — это же еда. Еда его часто используют в выпечке. И вот у меня такая приятная домашняя ассоциация с этой серией. Я ее всю пробовала и периодически что-то заказываю. Сейчас у меня крем для рук из этой серии. Недавно только вот закончились как раз большие 2 флакончика. В обзоре пустых баночек показывала. Так, дальше. Полет нормальный для путешествий. Да, я всегда говорю, в путешествии надо брать все маленькое. Обращать внимание на
объем 30 миллилитров. Я вам покажу вот первую серию как раз так. Вот они. Шампунь и кондиционер для волос медовый. То есть, если вы едете на несколько дней, вам нужно пару раз помыть голову, да, 2-3 раза этого хватит вполне. Но у меня волосы длинные, мне на 2 раза максимум. Но все равно это классно, да, взять с собой и не тащить тяжелые большие флаконы. И, например, если мы живем в отеле, то там не всегда мне подходят средства, и с моей длиной волос, просто чтобы их промыть, я должна быть уверена, что я в путешествии буду с прекрасной прической, поэтому я всегда вожу все с собой. И для меня чем меньше объем, тем лучше. Ну и, соответственно, все это прочитаете. Детские серии. Ну, ничего не показываю, просто говорю, гуд, классно, супер. Особенно вот пасты, щеточки зубные детские. Так, что здесь? Кстати, я поняла, что я вам не показала серию медовую. Там она будет с большими скидками. Такое мыло я пропустила, а вижу, что я вам приготовила. Оно идет в коробочке красивой. Тут запечатано в пленочку еще красивый кусочек, ароматный. Обращайте внимание на вес, тут 75 грамм, то есть такая респектабельная. И баночка медового крема, ароматный, мед и молоко, просто чудо-крем. Я знаю, что его любят практически все женщины, очень редко встречается, кто говорит там, ой, ну мне как-то, ну обычненько. Нет, не обычненько, очень вкусно. Так, здесь у нас предложение на серию каштан. Вот у меня есть крем для душа, я себе... Одну пару брала, уже мы использовали, взяла вторую, но у меня выпросили крем, я его продала. И вот остался еще один крем для душа, я его себе оставлю. Мне нравится у него дизайн. Он такой плотненькая консистенция, такой густой, очень надолго хватило нам этого флакончика. И аромат необычный, он прям вот неизбитый. У нас обычно либо вот фруктовые какие-то сладкие, либо свеженькие. А этот, он нестандартный. Вот за счет этого я его оценила. Что он и сделан прикольно. Так, и мыло где-то я вам готовила. Мыло яблоко и корица. Мой любимчик. Не буду открывать. Там просто яблоко лежит. Вот тут видно на картинке. Мыло в форме яблока. Такое прозрачное, ароматное. Просто класс. Просто я несколько мыл сразу открыла. Поэтому не хочу больше открывать пока. О, супер предложение на краски для волос. Они у нас волшебные. Я вам честно могу сказать... Я много-много лет пользовалась тоном 3.0. Сейчас у меня будет смесь идти. Я буду краситься 9.0 и смешивать с медным 4.54. Вот, скоро вы меня увидите. Я буду буквально сегодня красить волосы, и вы увидите, какая будет красота. Итак, цена бомбическая. Краска очень удобная, можно дома со мной покраситься, потому что все это взбивается вот в этом флакончике с тонким наконечником, который там отламывается носик, и очень удобно распределяется по всем волосам. Все супер, у меня есть такая накидка, мне она нравится, потому что она небольшая для домашнего ухода, очень хороша. Много-много лет она у нее там липучка, и она прям классная. Так, дальше, все для волос пошло. Смотрите, профессиональная серия Hair X. Большой объем, 250 миллилитров, то есть такой прям солидный флакон, очень густой шампунь. У меня недавно заказала подруга, и потом она мне пишет, что-то с шампунем не то. Я такая, что не то? Она у меня такое чувство, что я его не смыла. Я говорю, ты сколько он носил? Она, как обычно, целый горсть. А он говорит, походу такой концентрированный. Я говорю, очень. Да, и потом она стала пользоваться, маленькую уже сократила дозу, извините, и говорит, я такого шампуня никогда не видела, просто супер. И она, кстати, себе брала шампунь для активации роста волос. Кстати, хорошие цены в этом каталоге. И кондиционер, тоже большой флакон, 200 миллилитров. Пузатенький, тоже надолго хватает. Много его не нужно, он классно справляется с нашими волосами. Особенно, уж насколько у меня длиннющие волосы, можете себе представить, сколько да, ухода за ними требуется. И вот я совершенно довольна нашими сериями. Так, здесь у нас все для ухода. Извините, для укладки. Извините, ничего не покажу, потому что я волосы не укладываю давным-давно уже. Всякие расчесочки, кстати, вот это хорошенькая, прям классная расческа. Массажка. Помады. В конце нам еще сюрприз сделали. У меня есть два оттенка из этой серии. Их тут так много. 5 новых соблазнительных. Вау!
кофе с собой. Я хочу такой цвет. Мне понравилась помада по качеству. Тоже сейчас покажу. Где мы еще не мазались. Смотрите, какой плотный цвет. При этом мягкая. Ее прям видно, я вот наношу, что она вот струится. И второй цвет у меня темный. Этот у меня, по-моему, сейчас чуть не ошибиться. 59-й на конце. Земляничная поляна. А второй, вы уже догадались, это черничные ноты. Вот смотрите, какой он здесь и какой он на коже. Он совсем другой. На губах он просто клевый такой. Но под новый цвет волос мне как-то не очень такой цвет. Не пользуюсь уже. А вот этот будет в самый раз кофе с собой. Это чудо помада. И дизайн мне нравится. Про лаки смотрите отдельный обзор. У меня прям есть видео, посвященное этим лакам. Честно скажу, все красивые. Я даже не знаю, мне кажется, я их, ну вот все и закажу. Потому что я не смогла выбрать. Ну, все, наверное, не буду, но закажу много. Потом увидите в обзоре, какие я взяла. Они невероятные. И мне понравилось, что они такие маленькие, по 5 мл. То есть я их быстро использую, и все. Буду потом другие брать. Завершает каталог у нас набор, который мы можем с вами приобрести всего за 449 рублей. Если заказ из каталога, помимо набора, еще на 500 рублей. Считайте, еще скидка 20%, и вы получите шикарный крем для рук. Тушь термосмываемая, та, которая вот мне очень нравится. Она просто снимается так вот с ресничек, как одежда. И вокруг глаз ничего не пачкается. И бестселлер – это аромат Eclat Femme Weekend. Вы можете тут понюхать. Классный такой шлейфный аромат. Вот, такое классное предложение. И завершает каталог у нас специальный гель-кондиционер для ресниц. Это прозрачный гель, который просто ухаживает за ресничками и за бровями. Но я вам рекомендую использовать отдельно для бровей, отдельно для ресниц. Потому что это тушь, которая дотрагивается до слизистой, до глазки. Все нужно быть, чтобы чистенько. И я, знаете, как делаю? Я начинаю ее использовать. Как она только чуть-чуть загрязняется, щеточка, я ее отдаю бровям и открываю новую. И покажу вам такую помадку. Помада-бальзам мультиактивный. У меня, по-моему, как раз самый темный оттенок. Сейчас попробую код найти. Да, 44-й. Естественный розовый. Он прям как помада. Где вам его? Смотрите, какой яркий цвет. То есть он, ну, бальзам-помада. Все ярко, насыщенно. Пахнет клубникой. Поэтому я его люблю. Он очень хорошенький и очень привлекательные цены. Рекомендую. Так, надеюсь, я вам все рассказала. Если что-то забыла или что-то упустила, вы мне скажете. GoPro Stop Video. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, это видео было вам полезно. И теперь вы точно знаете, какая продукция вам нужна, а какая может быть и нет. Желаю всем огромных, классных продаж, благодарных клиентов, чтобы у вас всегда были большие заказы. И если есть вопросы, пишите в комментариях. Давайте обратную связь. Если видео полезное, от вас лайк. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. GoPro Stop Video.